В Донецкой области усиливать охрану госучреждений пока не будут. Об этом нам сообщили в пресс-службе милиции региона. Напомним, сегодня во Львове и Ровно протестующие захватили здания областных администраций. Работа учреждений заблокирована. Попытки захвата также были в Ивано-Франковске, Житомире, Хмельницком. В настоящее время милиция Донеччины работает в обычном режиме. Если будет информация о готовящихся мероприятиях, выходящих за рамки правового поля, ГУМВД Украины в Донецкой области обеспечит нормальную работу государственных учреждений.